96 kilo Russian national final. Ибрагим Саидов, Дагестан и Хасавюрт, мастер спорта международного класса. 9 лет занимается борьбой. Тренер, заслуженный мастер спорта Гаджи Рашидов. Саидов является чемпионом Европы 2007 года и двукратным призером Кубка мира, победитель международных турниров памяти Али Алиева и Шамиля Умаханова. Заслуженный мастер спорта, тренер Владислав Цибоев, олимпийский чемпион Афин, неоднократный чемпион Европы, двукратный чемпион мира. Первый период выиграл Ибрагим Саидов. Tag team. Пока-пока!
coach over here today to challenge.
way before. Scores ago. Yes! Yeah,
ЦСКА.